Как вы думаете, что это такое? Избушка на курьих ножках? На сваях что-то, да? Странная штука, да? Ну, на самом деле это амбар. Да, раньше бывали такие. Чтобы ничего не могло подтопить зерно, его оставили на сваях небольших. Он у меня разбирается, то есть можно посмотреть, что там внутри. Опа, извиняюсь. Это разборка, все нормально. Это отсеки для зерна. На самом деле, они, закрома эти, вот, должны быть немножко другими, но так вышло, что в реальности, если там человек придет забирать зерно, придется ему именно туда вот нырять рукой и доставать. Ну так уже, что есть, то есть. Это второй этаж. Крышу сделал такую, чтобы можно было глянуть, что там. Конкретно там стеллажик и сундук такой, так сказать, ящик на самом деле с крышкой. Лесенка туда, окошечко, ну такое. Думал, что туда можно из такой миниатюрного слепить из пластилина кинуть или спичек сделать. Но пока что он у меня пустой. Зато всегда готов к новому, к тому, что его заполнят. Все.